Высоту в 100 километров над уровнем моря, которую условно считают нижней границей космоса, называют линией Кармана. Американский ученый Теодор фон Карман определил, что на этой высоте атмосфера нашей планеты настолько разрежена, что самолеты летать не могут. Для движения в такой среде летательный аппарат должен развить первую космическую скорость. Первым искусственным объектом, пересекшим линию Кармана, стала немецкая баллистическая ракета «Фау-2». В 1944 году она достигла высоты в 188 километров. Первыми же млекопитающими, которые отправились на границу космоса, были собаки Дезик и Цыган. 22 июля 1951 года с полигона Капустин-Яр на ракете Р-1В они достигли высоты 101 километр и благополучно приземлились.